Трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, намеченная на 19 февраля, в Баку отложена. Об этом сообщается на официальной странице в Твиттер МИД Азербайджана. Ранее сообщалось, что 18 февраля 2021 года планируется официальный визит в Азербайджан министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, а 19 февраля главы МИД Грузии Давита Залкалиани. Встреча отложена из-за отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахария. Правящая партия «Грузинская мечта» сообщила, что готовится к формированию нового состава правительства.